бассейн. И вот наша машина. Зачем вам так много пусть? И мы идем на день рождения. Ничего себе. Она на тебе, не страшно? Привет. Куда летишь? В Майами. Что ты там будешь делать? В Америку лететь. Ты будешь в Америку лететь, в Майами? Почему в самолете? За окном солнечная, дождливая погода. Кинь, какая классная, солнечная и дождливая. Полетим на море, на океан. Каникулы. Контроль, поэтому мы в трансферзоне. Привет! Мы уже в Майами! Сейчас мы проверем рум-тур. У нас есть серебряная статуя, кресло, лицо. Я такое еще никогда не видел. Вот там наши фонтанчики. Тут какой-то столовая. Статуя опять серебряная. Компьютер. Подсветка. В каждой спальне есть переодевалка и туалет. Роблокс какой-то. Вау, тренажер. Не подглядывайте, я так маюсь. А, я заблокирована. А вот тут у нас ведьмочка. Это не ведьма, а какая-то девушка. Туалет. И тут мать взял свинца. Разлил воду. Тут у нас, как я понял, лифт. Ох, я не знала, что у нас тут есть лифт. Тут отдых какой-то происходит. А вот там столовая. Забыли про ту спальню. Тут какие-то необычные лампы. Туалет. Да. Туалет. Я опять смою. Самый огромный. Ой. Только что заметил. Мы еще второй этаж не показали. Вот тут мы пьем. На! Там какая-то непонятность происходит. Опять лифт. Там я уже еще не был. О, прыгать! Все, Катя, засыпай. Ты не уходи, не уходи. Без меня не уходи. Да. Тут привет! Камень. Привет! Я первая убегаю! Эу! Туалет же не показали! 300 раз! Туалет показываем! Катя! Вы еще не показали мою комнату! Тут есть телевизор! Телевизор? Я не видела такого. Тайная комната! Опять спальня. Но мы уже не будем прыгать. Я буду прыгать в шляпка. Не, снимай. Смотри на это, Катя. Уже 301 раз туалет показываю. И вот опять. И опять переодевалка. И Катя там прятается опять. 302 раз. Там дама в душе купается. Туалет опять. Компьютер в этом уголке. Где ты, Катя? Катя, не время для прятать. И тут спальня. Надеюсь, видно хорошо. Катя. Да! Мы уже идем на улицу, на фронт-ярд. Тут у нас вход, который уже открытый. И вот наша машина. Наша машина. Длинная. И все равно еле-еле товары поместились. Вперед. И зад, я думаю, не получится, потому что там уже дорога. Идем на бэк-ярд. Три топчанчика. Все равно, что те бассейн. И джакузи. Фонтанчик, то, что мы снутри показывали. И вот там река. У соседей яхта. Пуфистики. Катя собирает цветы. Катю завалила игрушками. Пуся, Пуся, хочу Пусю. Смотри, какую Пусю я выбрала. Мне кажется, вы уже полный чемодан этот набрали, полную тележку.
Зачем вам так много пусть? Я вот это делаю. Это утро, 6:30 утра. Мы пришли в 6 часов к открытию магазина. И уже что-то тут набираем. Потому что мы проснулись во сколько, ты знаешь? 100 тысяч. 100 тысяч. Сейчас мы у Макса спросим. Макс, во сколько ты сегодня проснулся? 3 часа. 3 часа ночи? Да. Обалдеть. И в 6 уже поехал за игрушками. Да. Смотри, Макс, Куки Мастер Плейдо. Товарищи, вы тут как? Отлично. Макс, ты есть, да, в машине? Да. Кто там был? Ящерица. Привет. Она не боится. Она большая. Смотрите, бэйби. Бэйби, боже мой, малыш. Привет. Они не боятся, смотрите. Их практически можно трогать, господи. Катя, не трогай, только прошу тебя. Всем привет. Второй день в Майами. И мы идем на день рождения. Вот такой мы подарок приготовили. Вот я. С кошечкой. Кто отгадает, кому мы идем на день рождения, тот молодец. Купила мама. Пенни-куня. Ай, за день ноги у него нема. Ай, за день ноги у него була. Тебе никто не принял. Не знается никто. Это мы уже на пати? Да. А куда ты идешь? На игуану смотреть. Ну давай, пошли. Хочешь погладить ее? Нет. Ага, смотри, какая быстрая. Ничего себе. Короче, к ней не подойдешь близко. Где она отгадывает, давай? Представляете, Золушку в этом амплуа? Она так пипикает громко. Макс купается, а пеликаны охотятся. У нас крокодил. Ух ты, она такая необычная. Тут крокодил. О, боже. Кость! Она на тебе, не страшно? Макса. Не страшно тебе? Ну что, пока Майами, летим домой.